Доброе утро! Ну что, давайте завтракать. Сегодня мы приготовим на завтрак вкусные творожные шарики с кокосовой стружкой. Ну, понятно, что для них нам понадобится творог, куриные яйца, мука, немного ванильного сахара и кокосовая стружка. Ну и, конечно же, растительное масло, в котором мы будем все это обжаривать. Для начала что мы сделаем? В творог добавим куриные яйца и ванильный сахар. Начнем замешивать все это, по чуть-чуть добавлять муку. Итак, в творог добавляем яйцо. Я добавлю только куриный желток, потому что творога немного. Это примерно вот позавтракать одному человеку. Одна порция. 200 граммов творога нужно. Отлично. Перемешиваем все это, добавляю сюда ванильный сахар. И тоже добавляю сюда кокосовую стружку. И по чуть-чуть добавляю муки. Все это перемешиваю, чтобы получилась такая вот однородная масса, из которой можно формировать шарики. Так, отлично. Сформировал. Так, отлично, масса получилась. Теперь раскидываем все на равные части. И теперь формируем шарики. Скатываем их немножечко в муке. Здорово. Пока я все это делал, у меня уже подогрелось масло, фритюр. Вот, поэтому потихоньку все туда закидываю. Стараюсь разом все положить, чтобы они приготовились одновременно. И ни один из шариков не был, ну, не пережарился, чтобы цвет был у них одинаковый. Все, вы знаете, буквально минуты полторы. Это максимум. И то надо смотреть, чтобы не передержать. И все готово, я снимаю их. Снимаю с огня. Из масла обязательно достаем наши шарики на такую вот салфетную подушечку, чтобы все масло стекло, нужно промокнуть обязательно. Остается все выложить на тарелочку и красиво украсть. И вы знаете, что такие шарики очень любит Goldie Hawn. Звезда. Звезда таких мировых шедевров, как «Смерть ей к лицу», «За бортом», «Незнакомка», «Клуб первых жен». И еще много-много-много-много у нее ролей. Харизматичная, веселая. Она просто профессионал своего дела. Но поскольку она любит есть жареное, мучное, она вообще обожает фастфуд. Как только у нее намечаются съемки, она садится на диету. Буквально месяц-два она приходит в форму, в идеальную форму, потому что вы можете посмотреть, насколько она потрясающе выглядит. Фильм, съемки фильма закончились, все, она, так сказать, развязалась и опять пошла по ресторанам набирать килограммы. Чтобы быть уверенным, что завтрак мы приготовили действительно быстро, возьму с лихвой времени 5 минут и завтрак готов, дорогие друзья. Это очень быстро, вкусно, полезно, и смотрите, как аппетитно выглядит. Желаю вам приятного аппетита, всего самого хорошего, удачного дня, пока!